посмотрите, какой фантастический. Ну, вид реально фантастический. Вид на миллион долларов просто. Потоки лавы, которые застыли, потихонечку все покрылось зеленью. Это смотрится неимоверно просто круто. Вот. Дорога нам дальше не позволила. О, ничего себе. Тут киска нашлась. Мы все время прикармливаем всяких кошек, собачек. Смотрите, курочка. Шпака осталась прям, вот видите. То, что надо. Он без хвостика. Мы переместились все вот в такой джип местный. Одно. Там у него одно место. Представляете, мы подъезжаем с той стороны, где вообще нет туристов. Здесь местных жителей ты с трудом найдешь. А мы подъезжаем к фантастической. Посмотреть вообще своими глазами. Это, конечно, стоит того, хотя я немножечко в стрессе. Но это очень красиво. Хотя жалко, что камеры, конечно, этого не передать. Всей красоты не передать. Здесь такая долина. Это все, видите, вулканический песок. Красотища. Мне так не видно. Какие-то лошадки, люди. Мама дорогая. Мама дорогая. Боже мой. Так и было, скорее всего. Не приспособлена к таким путешествиям, хотя очень красиво, но я уже мечтаю оказаться в номерах. Это было мощно. Это пока еще только такой не совсем большой путь. Первые белые люди. Здравствуйте. Так, ну что? Красота. Она у нас. То есть мы идем, видите, на лестнице, по лестнице. Идем уже. Хреначу. Дальше. Это еще одна часть. Видите, какие маленькие здесь лошади. Мы не стали их мучить и решили забраться сами. Нереальное кардио. Прошли еще один этап. Поднимаемся. Дышать здесь очень тяжело. Высота, песок. Но мы уже близко. Ну все, друзья, мы подошли к подножью. Нужно сделать вот этот последний рывок. Сейчас. Подышать надо, нет. Давайте, я начинаю, узнаешь, где ступенек. Фу. Друзья мои, самое прикольное, что тут есть связь. Для спуска здесь тоже очень круто. Подъем, конечно, сложнее. Спускаться оно как-то полегче. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Побежали. Кстати, кроссовки очень хорошо держат. Ух ты! Все. Самое крутое место я пробежал. Все. Вон уже машины где-то близко. У меня будет много лошадей. Но это пока сюрприз. А почему здесь так много местных? Они, видите, здесь вот обитают. Потому что они продают воду. Это единственный заработок. Видите, здесь хоть какие-то туристы все-таки появляются. Здесь китайцев очень много, поэтому мы приняли их за местных. Вот. И они здесь, видите, живут, зарабатывают кое-как хоть какую-то денежку. Смотрите, как это круто. Вот это красота. Дикая. Я говорю, на фотку буду сделать совершенно. Тоже должен быть очень кайфовая фотка. Посмотрите, как вообще. Доброе утро, кстати. А, да. Всем доброе утро. Раннее доброе утро.
И сейчас еще 3 часа до отеля. Пацаны бегут. Привет, зайки. А, блин, надо было булочку вам взять, мои хорошие. Всем доброе утро. Смотрите, они на прогулке. Ищут в поисках вкусняшки. Смотрите, все начинают только раскладываться. Вот начинается. Мне рассказывает там интересная история о том, что по большому счету все больницы, да и вообще вся Индонезия началась все-таки с острова Ява. Думаю, вчера приехали. Вот историческим центром родины практически всех. Но не тот, не та часть Явы, где вчера мы были, где был вулкан Брома, и не Джакарта, где сейчас современная столица всей Индонезии, всех этих 17,5 тысяч островов, а именно центр. Ну, кстати, на Яве очень много чего еще можно посмотреть. Остров мега огромный. Историческая часть, и я думаю, что все-таки нам придется посетить когда-то. Ну, в следующий раз, когда приедем сюда на месяц, мы уже с Машей говорили, что туда нужно ехать хотя бы дней на 5. Вот так вот на машине, чтобы проехаться. Так что у нас все. Туда нужно лететь на вертолете. Впереди. Середина, как они маленькие. Вот это Батур. Вот это Агун. Это Агун справа. Вот эти вот, да, вот это Агун, а вот это Батур. Это 2 действующих вулкана, но они пока спят. Батуры мы вчера были. Нет. А? Какой? Это Брому, другие. А, это другой. Это другой. Он все время путается. Это где мы сидим, кушаем. Это вот где мы кушаем. Помните вот этот, который мы показывали вулкан? Ну, только тебе говорю, чтобы на нем были, а что ты меня смущаешь? Я думала, что ты про то, что мы... Ты говоришь про вчерашний. Брому отсюда не видно. Нет, конечно, не видно тут. И все боятся вот этого вулкана. Он самый высокий вулкан здесь. И за него закрывали аэропорт. Вот так. Пока снимаю сторисами, мы приехали в порт. На кораблике нам где-то минут 50 до острова. А до аэропорта было 20 минут где-то. Пока мы все сидим в ожидании какого-то кораблика, чтобы всем уехать на красивейший остров. Ты готов? Да, готов. Я вам хочу сказать, что все-таки нужно делать перерывы между такими серьезными путешествиями, вот как у нас вчера было. Ну да. Ладно, тут смотреть, тут вообще... Сейчас ты с комфортом. Надо, сейчас с комфортом здесь посмотреть на пляж, покупаться, перекусить. Ну, кайфово, что ли? Да, и в 5 уже будем в отеле, так что сегодня будет все круто.